Всем привет! Вы на канале Roblox Aria, и сегодня я и Сона вот так вот прыгаем, потому что мы в спидранере. Просто посмотрите, как мы бегаем. Сона, побегай немножечко. И смотрите, в этой игре виден мой настоящий рост. Где это Сона? Сона, вот, смотрите. Это обычный скин Roblox челов, а это мой, вот такой. Ну, классно! Пошли, Сона, а то уже времени очень-очень мало. А это очень дурацкий... 5 минут это мало. 5 минут это очень-очень мало. Для спидрана особо то, что вот я уже умерла. Хотя до видео я проходила именно этот уровень, и у меня было все оки-доки, но теперь все совсем не оки-доки. Вот так вот, да. Я и Сона вот проходим. Кстати, Сона, какой твой любимый цвет? Может, ты знаешь? Розовый. Розовый? Да. А почему твой наряд не розовый, Сона? Знаешь, я цвета люблю. У тебя же наряд зеленый с лягушками. Ну, такой оттенок зеленого я тоже люблю. Ну, а самый-самый какой? Такого нет. Такого нет? Но мне кажется, себе пошел зеленый. И можно сказать, что лягушки это миленько. Особенно на твоих джинсиках. Вот поэтому мы купили эту одежду. Очень крутая одежка, мне реально нравится. Я тоже сначала думала, а чтобы не сделать именно такую, как у Соны и Евы, но потом подумала, зачем? Лучше сделать фиолетовую, потому что фиолетовая это тоже круто. Евин любимый цвет фиолетовый. А, пон. Ну, не синий, а бирюзовый. Вот этот вот под этот уровень, да? Да. Мне кажется, это тоже очень красивый цвет, но мне слепит в глаза, я не могу проходить этот уровень. Это ужас какой-то. Какой-то пингвин тут. О, какой он ми... Это эвент, Сона, это эвент. Что такое эвент? Как это? Эвент это обнова. Ну, эвент это типа того, да? Эвент обнова. Конкретного значения я не знаю, потому что я как бы не учила это слово, я еще не проходила, как бы, собственно говоря. Это такое слово для меня. Странное. Я из Роблокса только узнаю. Это... непонятное слово для меня. Так что меня не спрашивай, я тоже не знаю. Вот, например, я знаю такие слова, которые используются у англичан. В общем, у англичан в обычной жизни. То есть я почти говорю на английском. Да. Вот так вот. В общем-то. Цвет осенью, это бежевый. О, да, она же говорила, но она же говорила еще оранжевый такой грязный и зеленый грязный, она же говорила. Да. Кстати, ребят, простите за посторонние звуки, просто это звуки из улицы, да, вот так вот. Нету такого местечка, где бы не было какого-то шума у нас конкретно в доме. Так что, как-то так. Я... У нас тоже одно видео есть, где звуки из улицы. Да, это просто капец, как громко слышно мне конкретно. Капец, как громко слышно. Сона, кстати, а на каком ты уровне? Ты на первом? Да. А, я уже на втором. Я смогла пройти. Там был дурацкий уровень, я потратила на него очень долго. Но вот уже на третьем я.
Пытаюсь быстренько пройти хотя бы. Я даже не видела еще, что в финише. Я все время доходила почти до конца. Ну и мне давали 50. Я так хотела увидеть тот полосатенький уровень, а тут его нету. Как жаль. Слушай, прям очень жаль. Мне кажется, что ускорять это некрасиво. Потому что люди вот хотят тоже же пройти. Вот не очень, да, когда ускоряют. Такой, ты хочешь пройти, оп, а нету, а все, а мы ускорили. Ну, а я уже на красненьком уровне. Ты где там, Сона, осталась? Мы на первом. Зачем? Кстати, а Ева там? Ева все-таки там или нет? Сейчас Ева играет. Ева, а сможешь поздороваться хотя бы? Я не знаю. Сможет или У нет? нее голоса у него нету. Ай, голос пропал, кошмар какой. Ну, в общем, ребят, она здесь, она слышит, она все, она проходит, даже так скажем. Когда Новый год, Она болеет. заболела. Да, как всегда. Это какой-то кошмар просто. А вот когда проходят самые такие важные темы в школе, болею всегда я. То есть у нас были окончательные работы, а я такая, так, я должна заболеть. И заболела. И просто, давай теперь иди одна в школу и пиши. Ой, слушай, тут такой красивый. Наоборот, мне надо болеть, чтобы на каникулах нельзя, а ты на каникулах пошла. Ну, да. Кстати, тут такой красивый лиловый уровень. Он мне очень зашел прям. Почему, кстати, не делают уровней с мишками? Я осуждаю. Никаких животных нет. Ну почему вот они не хотят сделать уровней таких, а? Ай, блин, упал опять. Тут светяшка. Называют зачем без собак? Ева так говорит, да? Да. А я думаю, блин, это кто там говорит? Кто там шепчет, а? Она мне шепчет, чтобы я тебе сказала. Вон, пусть шепчет, а то вообще без голоса останется, что вообще нежелательно. А то мы должны будем делать так, чтобы кто-то вместо нее говорил, либо я, либо ты. У кого голос похож, у меня или у тебя? Ни у кого. Мне кажется, у тебя. Но у нее реально такой особенный голос, который встречается раз в жизни, можно так сказать. Это, ну, достойный голос. И незаменимый, можно даже так сказать. Ну, слушай, Сона, мы уже тут много проходим. Может, уже потом сделаем вторую часть, а то долго будет длиться очень видео и будет не очень интересно. Ой, господи, я тут не увидела, как здесь светяшка. Ой-ой-ой. А, ну давай так, если я умру сейчас, а это будет вряд ли, то мы окончим видео. А если я пройду дальше, то мы не окончим видео. Упс. Ну это я нереально не специально, но я умерла. Так что на этом я прощаюсь со всеми. Ты где там, Сона? Ты где? На первом уровне. Господи, боже, я не смогу пойти назад, так что всем пока-пока, ребят! Увидимся в следующем видео, возможно, после этого видео будет именно вторая часть, даже не знаю. У меня, кстати, видео бумажных распаковочек немножко
перепутались, так что если вы увидите видео, в которое вышло и в котором есть те стикеры, которые, ну, те наклеечки, которые вы не видели, то простите, просто реально у меня, ну, все путается, с монтажом тоже проблемки. Ну и на этом я говорю вам всем пока-пока, увидимся в следующем видео.